Более 100 тысяч проданных авто, 3 миллиона сервисных услуг и 40 лет успешной работы. Чебоксары «Лада» – первый официальный автосалон в Чувашии и первый дилер «Лада» в нашей республике. Копейки, семерки, Нивы, Калины и Гранты. За 40 лет модельный ряд стремительно менялся. Доля «Лады» в Чувашской республике на сегодняшний день практически 46%. Поэтому клиент любит наш бренд, мы любим, стараемся. Если говорить о цифрах, то только за 4 месяца этого года в Чувашии, как и по всей России, продано на 25% больше автомобилей, чем в прошлом году. «Лада Гранта» – самая популярная модель. До такой степени мы шагнули вперед, все это заметили. Действительно, сейчас машинами гордимся. Мы эти машины продаем, и мы действительно гордимся. Кстати, в Чувашии планируется и новый дилерский центр «Чебоксары Лада». На празднование юбилея заложили первый камень будущего здания. Считаем церемонию закладки первого камня в здание нового автосалона «Чебоксары Лада» состоявшийся! Татарстан, Самара, Калининград. По всей России работает около 300 предприятий компании. И автосалон «Чебоксары Лада» в числе лучших. Предприятие за прошлый год занял 6 место. У нас есть некий такой рейтинг предприятий России. Показатели настолько хороши, что позволили подняться столь высоко в рейтинге. Клиенты – это то, ради чего компания существует. Особенно ценны постоянные гости салона. Сергей Кузнецов – один из них. 18 лет он ездит исключительно на автокомпании. Десятка «Приора», «Вестам». За это время Сергей сменил 5 машин. Не менялась только марка. Машина очень нравится. Я получаю удовольствие. Цена, качество и комплектация меня вполне устраивает. Ну и планирую в ближайшее время, думаю, что поменяю на «Весту Кросс», на свеженькую модельку. Почувствовать себя владельцем новенькой «Лады Весты СВ» можно было прямо на мероприятии. Любой желающий мог сесть за руль авто. И тут не обошлось без сюрпризов. Здравствуйте! Вас приветствует автоматическая система помощи в пути. Я роскошный автомобиль с прекрасным расходом. Прямо сейчас я готов исполнить для вас серенаду. Если вы согласны, один раз посигнать. Шутки шутками, автомобиль и правда усовершенствованный. Большой дорожный просвет, улучшенная мультимедийная система, универсальный багажник. Эта машина просто создана для активного образа жизни. Приобрести эту красавицу можно уже сейчас. В скором времени будет презентация «Лады Весты Кросс». Следите за анонсами. Чебоксары «Лада», нам по пути.